Будаўніцтва Нежинского горно-обогачального комбината выходит на новый уровень. Сегодня на пляцоўцы у Любаньском районе появилось шмат подземных и наземных конструкций обсталявання. Так, практически готовая станция замороживания. Дякуючи постоянным минус 35 усталёвываются тюбинговые колонны, а значит, будущая шахта будет цалком закрытая от подземных вод. Так само монтируют энергетичные установки. К концу месяца уже планируется запуск в тестовом режиме трех замораживающих контейнеров для обеспечения заморозки ствола номер два. Порядка 2-3 месяцев у нас будет монтаж проходческого оборудования и капра для проходки. И ориентировочно где-то в начале 2019 года мы уже выходим на полноценную проходку механизированным комплексом. Отзначу, праз некалькі гадоў на Нежинском горно-обогачальном комбинате будут працаваць 2000 специалистов рабочих. Для их узводят жилье и инфраструктурные объекты. По планах тут будут вырабатывать каля 2 миллионов тонн калийных удобрений у год.